Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, всех с Хэллоуином, да, сегодня же вроде какое-то там 31 число, да, и как раз он вроде сегодня. Ну, в принципе, не очень большой праздник, да, то есть подурачиться, можно и так сказать. И знаете что, ребята, сейчас мы, наверное, все-таки полетим... Мне так кажется, в горы, так как нам нужен, ребята, Синдаквилл. Нам же нужен, ребята, Синдаквилл, нам же нужен Торчик. То есть я вроде помню, хотел их словить, но не стал, как бы, не стал их искать, потому что прокачивали, ребята, нашу команду. Здрасте, у нас тут гости. Ну, то, что команда наша уже практически прокачанная. Желтый он 2 уровня осталось, Эмбуару 6 уровней, Серпериору 8, Бластойзу 9, Тропиусу 10 и Лукарио 16. Ну и так, ребята, нам огненные покемоны нужны, чтобы хотя бы на потом было. Ну, у нас есть парочку, давайте посмотрим, какие у нас есть огненные покемоны для тех же, допустим, двух следующих команд, да? У нас есть... Кто у нас есть? Кто у нас есть? Кто у нас есть? У нас есть Гровлит. Вот тут он. Еще у нас Пунита есть, да. И еще у нас тоже кто-то вроде один был. Или мне кажется. Гроулит, Пунита. Да и все вроде. И Нумил, точно, вот он, Нумил. 3 огненных покемона. Ну, как бы, если так читать, ладно, на 3 следующие команды. 3 следующие команды — это еще до хрена. Но все же, ребята, и так нужно будет потом ловить для 4-й команды, для 5-й команды. А так у нас будет уже и Синдаквилл, и Торчик. Ну, и потом, кого еще нам осталось? Трико, да, словить? Мудкип он... То есть, наоборот. Наоборот, нам Мудкипа осталось словить, а Трико у нас уже есть. Вот он, да, Трико. Так, это давайте-ка мы вот сюда переместим. Что у нас тут такие разломы всякие, да? Что-то там есть, тут нету. Вот сейчас уже все так заполнено. Уже четвертая вот эта страница пошла, ни хрена себе. Так, подрыхнуть уже можно? Отлично. Поспим, ребята, поспим и полетим. Ну, вроде, если я не ошибаюсь, то Синдаквилл спавнится в горах. Вроде. Ну, там же, например, есть и тот же Тайфлоужен, да, много раз я его там видел. По идее, если третья эволюция там спавнится, то первая 100% там должна спавниться. А вот Торчик, я не помню, где говорили, где он спавнится, вроде саванне, или опять забыл, как называется вот тут биом. Саванна. Не помню. Не помню, ну ладно. Потом посмотрим. Там он спавнится, поэтому его нужно там ловить. Ну, потом, ребята, посмотрим, там ли он спавнится. О, Саблей. В принципе, он у нас есть. Ладно, даже то, что с него там 2 алмаза выпадет, это не очень. Так, полетели дальше, ребята. Ну, Синдаквилл, по идее, тут действительно должен спавниться. Синдаквилл. И, по идее, он так и пишется. Тогда, я не знаю, может, чуть-чуть сейчас тут поищем, если вдруг... Заспавнится, то словим. Если нет, то полетим, наверное, вот в ту биому. В тот биом, где находится возле... Которая находится возле пустыни. То есть в саванну. Или как она там называется, честно, я уже забыл. Саванна или еще что-то на са-са... Забыл, короче, ребята. Да, в принципе, это так. Потом посмотрим, как называется. Ну, Синдаквилушка, я не знаю, действительно ли ты тут спавнишься. Если нет, то я и не знаю. Фиг его знает. Но говорю, Тайфлоужена я тут видел, в горах. Если он не тут спавнится, то... Ну, Тайфлоужен тут спавнится. А если Синдаквилл не тут спавнится, то я уже и не знаю, ребята. Так, горы у нас не горы, а... Да, вот туда мы полетим. Не будем, наверное, тпхаться, просто полетим, вдруг кто заспавнится, вдруг шайни, вдруг хотя бы пару боссов было, заспавнится как бы, да? А вдруг и кто-то еще другой надумает заспавниться, фиг его знает.
Я правильно лечу? Немного еще туда, да? Полетели, полетели. Маткип на болотах, да, спанится, поэтому его еще тоже нужно будет искать. Ну ладно, маткипа это потом. Водных у нас еще практически... Хотя нет, сколько у нас есть водных? У нас есть Тотодайл. А, у нас есть Тотодайл, у нас есть Пиплап. Водных у нас там еще до хрена есть, мне так кажется. Да и травяных немало, можно сказать. Тот же Тюртвик, тот же Трико у нас есть. То есть, как раз еще, знаете, так есть покемонов на... Ну, где-то на 2-3 команды, то есть. На 3 команды еще покемонов у нас хватит. Это что там такое? А, это все горит. Или чё? Почему оно на карте как-то... А, нет, не горит, это просто... Охренеть, сколько цветов тут. Ладно. Нет, ну просто реально, сколько тут цветов вот этих всех. Так, летим дальше. Правильно? Неправильно? Нет, еще вот туда куда-то. Полетели, полетели. Эх, ребята, сегодня 31 число. Осталось приблизительно 3 дня до выхода новой Call of Duty Advanced Warfare. Капут, я уже так в нее хочу поиграть, что это сдуреть можно. О, Чермиллион там. Так, я действительно, ребята, уже так в нее хочу поиграть, что это просто капут. Она выйдет. Вот то, что... Матки, давайте как раз поищем тут. То, что она немного странно так выходит. Ну, я не знаю, ребята, кто предзаказывал игру, то напишите плюсик в комментариях, вдруг потом поиграем вместе. То есть в стиме там добавимся, да, и потом где-то в код на каком-то серверов поиграем, фиг его знает. То, что игра сама выходит 4 числа, то есть во вторник. А за предзаказ, то, что ты предзаказал игру, там тебе идут какой-то бонус... какие-то пушки и все такое, и плюс к тому тебе дается бонус, что для тебя игра выходит на день раньше. То есть релиз состоится 4 числа, а тот, кто призаказал игру, сможет уже играть 3 числа. Ну, как бы, в принципе, нормальный такой бонус на день раньше. И плюс к тому, в тот день будет двойной опыт. То есть... Синоквил, вот. Тот, кто призаказал игру, сможет играть на день раньше. И плюс к тому, у него будет 3 числа двойной опыт. 3 число это у нас понедельник. Ну, понятно. И если 4 вторник, 3 понедельник. Но то, что непонятно, когда игра выйдет, я где-то читал, писали или на форумах, или где они там в комментариях каких-то писали, что кто-то писал, точно не уверен кто, но кто-то писал, что опять не туда лечу. Вот, туда. Кто-то писал, что игра выйдет ровно так 12 часов ночи в воскресенье. То есть вот сейчас пятница, да, первый день. Суббота, второй день. Потом воскресенье, третий день. И воскресенье 12 часов ночи уже выходит игра. То есть с воскресенья на понедельник как раз ночью так выходит игра, что как бы ночью уже можно в нее будет поиграть. Но то, что с предзагрузкой еще непонятно. Игра, ребята, короче, будет весить 55 гигов. Это, в принципе, реально до хрена. 55 гигов на, в принципе, такую игру. Я не знаю, что там столько занимает. Может, текстуры, может, еще что-то. Так, сейчас давайте... Сейчас, ребята. Тор, как он пишется? Торчик, вот. Вот так. То, что, в принципе, предзагрузка 55 гигов, не у всех такие интернеты, что по 10 гигов скачивается там за минуту, да, что ему 50 гигов скачать там пару минут и нефиг делать, да. Но есть у таких, которые там 20 гигов за полдня скачивается, хотя интернеты быстрые, но фиг его знает. Я не знаю, если предзагрузку не сделают уже, например, сегодня, да, там в пятницу или там завтра, в субботу, ну ладно, крайний случай там воскресенье днем, да, если, например, игра выходит воскресенье ночью, то хотя бы сделать предзагрузку уже воскресенье днем, то мне кажется, это уже хотя бы будет более-менее. Но если они сделают предзагрузку после того, как игра выйдет,
то, ребята, я даже не знаю, наверное, половина игроков, которые предзаказала игру и ждут игру, чтобы она вышла, а предзагрузка только станет доступна тогда, когда она уже выйдет, то есть для тех игроков, кто предзаказал 3 числа, то половина игроков даже, наверное, не сможет поиграть в ту игру, просто-напросто потому, что не успеют ее скачать. Ну, мне так кажется. Но я не знаю, может уже сделают предзагрузку хотя бы на днях, чтобы уже хотя бы скачать. Как раз хотел посмотреть, как называется это. А не, Саванна. Саванна называется. Чё-то я не вижу Торчика. Ребята, Торчик 100% в Саванне спавнится. Торчик в Саванне, Синдаквил в горах, Маткип на болотах, да? Если я не ошибаюсь. Просто если не так, то зря я тут ищу, и хрен мы, в принципе, его даже найдем, если они тут не спавнятся. Так, где у нас еще есть? А, у нас там куча всяких. Полетели, значит, ребята, туда. Фиг его знает, я просто в этой серии хотел так поискать. Может, вдруг кого-то найдем. Чтобы не только сидеть на острове. То есть, остров это, ребята, наша такая точка, где мы просто качаемся. То есть, мы там тупо идем на кач, потому что там намного быстрее качаться, чем вот так летать и искать покемонов каких-то там 40-х уровней, да, больших уровней, например. Так, Нидорины у нас еще нету. У тебя нет каких-то там... Лиф нет, нету ничего. 52-й, давайте тогда Желтиона возьмем. И попробуем словить, ну, с левелболом, допустим. Фиг его знает. Нидорин у нас еще нет. У нас есть Нидорин фемейл или как он там. А Нидорина еще нет. Вот, отлично, словили. Полетели дальше. Вот в ту сторону. Полетим еще вот тут немного так через саванну, может, немного еще через пустыню, тоже, знаете, вдруг, да не вдруг, кто-то там да заспавнится, тоже фиг его знает. Кьогр, да, точно так же заспавнился, что два сразу так подряд. Так, это у нас тут кто? А, Экенс, о, нормально, то есть... Кьогра мы тоже не так уж ожидали, что он заспавнится, да, просто-напросто качались, а он бац и заспавнился. Так, это у нас тут... Да давай, Экенс. Ух ты же, вот эти... Нужно определенно куда-то вот какую-то точку попасть, чтобы он бой начал, а то... Вот, офигеть. Ну, Лукарио, чё-то ты... Ну да, в принципе, против Экенса. Давайте Тропиусом. Фу, а Иглибаф уже пропал. Ну, ладно. Так, уровень нет, не дало. Ну, не дало, так не дало. Так, давайте тогда дальше. Дальше куда-то мы полетим. Вульпик! Вульпикс. Вот, ребята, кого у нас еще нету. Вот что я только сейчас вспомнил. Охренеть. Их на карте столько, что даже искать не нужно. Ну, понятно, в принципе. Так, давай желтионом на 15 уровень. И опять левелболом. Точно, ребята, вот как раз еще один огненный покемон, которого у нас нету. Я как-то про Вульпикса даже забыл, мы же тут ловили покемонов, и Гровли там и словили, а Вульпикса не словили. Хотя он тоже огненный. Она, так, Торчик. Так он пишется. Торчик. Ну, фиг его знает. В принципе, он тоже такой прикольный покемон, но... Я не знаю, где он точно спавнится. Точно не знаю, ребята. Но, по сути дела, в саванне. Ну, фиг его знает. Ладно. Летим мы. О, так, это у нас тут кто? Ну, понятно кто, а это у нас тут кто? Ну, понятно кто, да. Кто же еще может заспавниться? Так, это мы облутали. Короче, мы уже тут все облутали, поэтому... Поэтому полетели куда-то дальше, ребята. В пустыне я уже даже не знаю, кто спавнится. То есть... О!
То есть всех, кто тут спавнится, мы уже практически словили, мне так кажется. Так. Ой. Давай. Лукари. Нет, давай Тропиус. Нет. Давай же. Нет, Желтион это. А, ну ладно. Нет, давайте тогда. Фиг его знает. Балстойза. Во, нормально. И еще раз. Отлично. О, мастербол, нифига себе. Нормально. Полетели дальше. Полетели дальше. Нет, не в ту сторону. Нет, вот сюда, в эту сторону. Через Desert Hills полетим. Фиг его знает. Посмотрим. Так, это у нас тут уже что? Вот тут, да, Desert Hills. Да, вот они. Ну что, ребята, стоим тут минут 5, ждем, пока Грудон придет погулять. Ну я говорю, ребята, Торчик, по идее, где-то тут должен спавниться, но не спавнится. Ну давайте еще проверим вот тут. То есть, если вот он сейчас тут не заспавнится, то значит, или у него такой спавн, или просто-напросто он, да, не тут спавнится. Вот. А фиг его знает, сейчас посмотрим. Может он тоже в горах спавнится, или в равнине, или, например, тот же, в том же глиняном биоме, фиг его знает. Так, там уже у нас ничего нету. Там босс, ну да ладно. Давайте быстренько проверим, фиг его знает, может и заспавнится, а может и нет. Ну, ребята, я опять решил с шейдерами попробовать поиграть, чтобы посмотреть хотя бы, будет глючить или нет, но... Я не думаю, что глючит, то есть память оно практически вообще не жрет, оно может прилагивать только из-за того, что грузится, прогружается мир. Только из-за этого. Ну да ладно. Знаете что, ребята, где у нас джунгли? Давайте да, вот сюда, 2060, 1800, 2000... Нет, давайте сначала домой подрыхнем. Так, отлично. Ну что, ребята, я говорю, напишите в комментариях, кто будет, кто предзаказал Call of Duty, кто будет уже играть с воскресенья на понедельник. В принципе, если вы уже предзаказали, если вы уже ждете эту игру, то я говорю, ребята, можно, в принципе, добавить в Steam, собрать, например, какую-то там небольшую команду, да, и потом в первый день выхода новой Call of Duty посидеть и поиграть. Ну, фиг его знает. Так, 1540, 1540, 75, 1000, ну, где-то вот так. Да, где-то вот тут нормально будет. Да, нам в ту сторону. В ту сторону. Давайте-ка мы тут Тропиуса вызовем и полетим. В джунгли. Я помню Мью. Так, я туда лечу. Да, вот туда. Так, по пути. Тогда, ребята, когда мы пришли за Мью, да, чтобы она вышла погулять, она не вышла, зараза. Поэтому идем сейчас, посмотрим, вдруг выйдет, вдруг уже хорошо себя ввела, да, и ее выпустят погулять. Хрен его знает, сейчас посмотрим. Как раз в то время пролетим над горами тут, кстати, и болото есть для маткипа. Но ладно, летим мы туда. Друг Синдаквилл. Фиг его знает. А в джунглях как раз у нас и нету кучи покемонов, которых можно словить, не только Мью. Поэтому летим мы туда. Так, да, вот туда. Посмотрим. Вдруг Мью выйдет погулять хотя бы сейчас. Днем, светло, шейдеры. Ну, может, ты что-то надумаешь, Мью. Давай, не ломись. Ну, не ломись ты, ну, Мью. Ребята, давайте попросим. Мью, выйди погулять. Быстренько. Джунгли. Ай, вот, нет, не вот, а вот.
Ну, Мью, ну давай, ну давай, ну давай, ну чё ты ломаешься? Мы же тебя нормально просим, Мью, выйди погулять. Даже Кёгра вышла погулять, две штуки. Она куда-то слиняла, а вторую мы приголубили, да, и в мастербол, и словили. Ребята, Мью... Да ну нахрен. Это у меня, короче, какой-то баг или что, что у меня легендарные не спавится, а если спавится, то сразу две штуки. Точно так же было с Кьюогром. Точно так же. Не спавился, а когда заспавнилось, заспавнилось сразу две штуки. А почему оно так спавнится? Это у меня только одного вот так колбасит? Или это оно так задумано? Так, где, Мью, ты там заныкалась конкретно. Где-то, ух, Тропиос, а ну-ка ты давай свали, вот. Вот. Ху, опять, ребята, такой же баг. Такой же баг, что Мью... Заспавнилось сразу две штуки. Так же, точно так же, как у нас было с Кьюогром. Люди пишут, что если легендарный заспавнился, и после него еще точно такой же заспавнился, значит другой заспавнился Шайни. То есть это не баг, это оно так должно спавниться, потому что возле обычного покемона всегда можно сказать спавнится Шайни. То есть если Мью заспавнилась, значит еще где-то Шайни. Но как видите, ребята, это не Шайни, то есть это обычная Мью. Так же как мы одну словили, так же она вот тут, обычная, не Шайни. Не, ребята, это не Шайни. То есть это походу такой баг, видите. У нас Кьюогр же тоже сколько серий не спавнился. То есть у нас легендарные вообще охренеть как долго не спавнились. И вот сейчас у нас Кьюогр заспавнился там пару серий назад. Заспавнился один, и приблизительно через пару секунд заспавнился другой. И точно так же два сразу заспавнились, и мы одного словили. И также, ребята, сейчас одна Мью заспавнилась, и сразу за ней, там через приблизительно, ну, секунды три, заспавнилась еще одна. И как видите, ребята, это не Шайни, это обычная Мью. То есть это, походу, баг у меня какой-то, что... Сразу если легендарный спавнится, то есть он не очень так часто спавнится, потому что это легендарный, да? Но если спавнится, то сразу две штуки. Я, ребята, не представляю почему. Я не знаю, что делать с этой Мью. Но словили мы. А убивать ее нету смысла. Это же Мью, Мью. Хотя бы ты заспавнилась, это уже охрененно. Вот сразу, ребята, две Мью заспавнились сразу. Ладно, нету смысла просто ее убивать, не бежать. Ух, ты там отпустил Мью и все такое. А зачем на вторая Мью? То есть, ладно, вот, ладно, одну мы словили, а вторую нету смысла убивать, потому что это же Мью, да? Пускай она там гуляет себе дальше. А ловить ее тоже нету смысла, потому что мы одну уже словили. А чтобы сделать Мью точно, ребята, мы же сейчас сделаем Мью-ту. А чтобы сделать Мью-ту, и чтобы у тебя было Мью, две Мью не нужно. То есть с одной мы возьмем ДНК, клонируем ее в Мью-ту, и также у нас Мью останется, и будет еще и Мью-ту. Офигеть, ребята. Вот так, нужно поуговаривать. Райкваза, а ну, ты тут спавнишься, да, в равнине, а ну, может, ты там что-то надумаешь тоже. Выйди погулять, Райкваза. Выйди. Так. Значит, вот так, отлично, все. Еще один легендарный, ребята, Мью. Отлично. То есть у нас уже два легендарных. У нас есть уже прокачанный орб для Молтреса. У нас уже, сколько там, кстати, практически прокачанный орб для Артикуна. И нам еще осталось для Забдуса, чтобы их потом заспавнить. И у нас будет, ребята, 5 легендарных. Потом нам осталось ловить Райквазу и Гроудона. Ну, Гроудон же спавнится в пустыне, да, на Desert Hills. А Райкваза тут спавнится, ребята, кто знает. То есть она спавнится, как обычно, спавнилась в этом... так, Тропиус. Вот тут, в равнинах она спавнится. Так, нет, Тропиус, нет, давай Эмбуарты.
что, в принципе, навсегда, да, в равнинах спавнилась. Ну, хрен его знает, ребята. Ух, ни хрена себе. Может, уже перенесли? Также, ребята, скажите, где точно спавнится Синдаквилл, Торчик и Маткип. Чтобы уже конкретно знать, а не догадками. Так. Офигеть, ребята, бью. Твою ж мать. Мью. Тогда уже, ребята, в принципе, можно делать уже и клон-машину, да? То есть, нам сейчас нужно сделать Мью. Ту, да. Только я не помню, как я ее делал в предыдущем сезоне. То есть, там же нужно будет поставить три каких-то блока. Ну, как бы... Золотой, железный и алмазный. Но я не помню, в какой последовательности. Поэтому... Не знаю, нужно будет посмотреть, как я их ставил. Так, отлично. Лукарио. А, тогда уже нету смысла вот это одевать на Лукарио. Зачем, если Рио уже эволюционировал? Ставим вот это, чтобы еще быстрее прокачивалось. И, наверное, пойдем в следующей серии опять, ребята, на остров, чтобы уже прокачать эту команду и взять новую. Потому что я говорю, в Райкваза же должна вот тут, по сути дела, спавниться в равнинах. В предыдущих версиях были такие глюки, что они что-то там неправильно сделали. И всегда, когда было ближе к ночи, да, говорили, что как бы Райквазы эмигрируют там стаями, да. И бывало такое, что там за пару секунд спавнилось по 20 Райкваз. Но, а потом это оказалось, что это они не эмигрируют стаями, это они эмигрируют вот таким багом, когда спавнится вот такими большими кучами. А вот сейчас в этой как бы новой версии, что-то я... Сколько мы вообще, ребята, тусуемся в равнине, то есть от начала сезона мы же живем в равнине, и до сих пор что-то Райкваза даже не заспавнилась. Может, ее перенесли там, хрен его знали, в гиненый биом или еще куда-то, или просто... Ну, убрали это, конечно, вряд ли, зачем ее убирать. Но все же, ребята, напишите, тут ли она спавнится в вот в этом... В пустыне? В равнине, там, где она спавнилась, или, может, где-то еще. Так. Ну, фиг его знает, ребята. Давайте, в принципе, на этом уже закончим эту серию. Еще раз говорю, ребята, кто будет играть в Call of Duty, там найдите мой Steam, добавьте, напишите, что будете играть, что уже предзаказали. И, в принципе, потом можно будет и поиграть, да? Давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, не забываем. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.